Житомира бомблять, там дуже бомблять. Бігли, за півчаса зібралися. И вот такое, что есть, вот с этим и приехали, все. Ты видела, как русские атакуют? Да, да, атакуют. Путин жизни не дает. Вертолеты летают, с лица земли все стирают. Жилые дома кидают, все бомблят. Все. В погребе сидели, много бомбили, бахало. А так вроде все. Ой, пробачте, як русські нас бомбили, в нас в Сумах там порозбомблювали все на світі. Таке робиться, ми тікаємо, всі дітки бояться. Це просто страшне, що робиться. Все розбомбили домів, скільки погибло в нас діток, це просто страшне, що робиться. Ми тікаємо, біжимо, не знаємо, але нам всі допомагають. Все бомблять. Там, там полно всяких игрушек, которые я подсовывают от бомбы. Да, мне никто не разрешает выходить на улицу. Вот. Крадут детей. Сбрасывают, получается, с самолетов бомбы. Умерло буквально два дня назад 22 человека, два ребенка. Бомбят, и, ну, город бомбят. И из-за этого, ну, сделали зеленый коридор, и люди уезжают. В моем селе не стреляли, но в соседнем селе, в котором приезжали, по мирному зданию с РПГ ракету запустили. И по мирным людям с автоматов стреляют. Ты видел этот? Да, трупы видел мирных людей. Сейчас я чувствую безопасности, но там было страшно. Переживаешь за то, что можешь умереть, что на тебя скинут бомбы. Прячешься, ну, убегаешь в подвалы, убежища, чтобы хоть как-нибудь себя спасти. Но тут я чувствую себя в безопасности. Конечно, боялась, чего бы я покидала свою родину. Конечно, я боялась. Чего бы я забирала своего ребенка. У нас остался муж, у нас осталась семья, у нас остались пожилые родители. Я не то, что знаю, я ее чувствую. Я на данный момент травмирована. Так и есть. Так что ждем, надеемся, что нас примут в НАТО, что закроют нам наконец-то небо, что это будет честная война, что это будет не геноцид. То, что сейчас у нас происходит, это геноцид.